утешительные схватки. Кожумбердиев из Сибирского федерального округа и Манасарян из Приволжского федерального округа. Борец из Приволжского федерального округа получает замечание за неправильный захват за рукав. В данном случае большой палец или какой-нибудь палец вовнутрь рукава засовывать нельзя. То есть захватывать изнутри нельзя, только снаружи. Пока ничего интересного не происходит. Такие вот движения. Не технические движения, а просто какие-то намеки пытаются делать борцы. Вот сейчас первый подворот у синего борца передней подножкой. Это первая утешительная встреча в весовой категории 81 килограмм. Сейчас получает замечание борец Кожумбердиев, Акылбек, Сибирский федеральный округ, за пассивное ведение борьбы. И встреча продолжается. Как я сказал, ничего интересного пока не показывают борцы. Вот сейчас попытался борец в белом кимоно провести подхват. Сейчас начали они активно бороться. Один за другим они атакуют друг друга, но пока нет результативных движений. Вот опять. Оу, какой хороший бросок. Бросок через спину. В азаре делает борец в синем кимоно Манасарян. Получает юка за принимать усилия для того, чтобы переломить схватку. Течение схватки. Оба борца получают замечание за пассивное ведение борьбы. Ну, в принципе, не изменилось соотношение оценок. Просто добавились по одному шида еще. Каждому борцу остается 45 секунд. Кожумбердиев почему-то не пытается. Вот сейчас подвернулся хорошо через спину с колен. Сёйнаги. Тренер, который его секундирует, нервничает. Предлагает ему активизироваться быстрее, потому что остается 20 секунд. Надо что-то делать. Да, пытается, но вот сейчас две атаки подряд сделал Кожумбердиев, но без результата. Остается 5 секунд. Остается 5 секунд. Судья предлагает Кожумбердиеву привести кимоно в порядок. У него пояс развязался. И последние 5 секунд. Схватка закончилась, и победу одержал Манасарян Григор, Приволжский федеральный округ. Следующая встреча у нас будет Кириллов Никита, Сибирский федеральный округ, и Винник Вадим, Южный федеральный округ. Тоже утешительная встреча.